первые спарринги, когда мы стреляли одну четвертую, одну вторую, какой-то у нас был командный дух, прям вот очень хорошо все шло. Даже никто не боялся, и страшно не было. И мы поставили рекорд мира 228, и потом повторили в 1-2, его тоже попали 228. То есть это была очень хорошая стрельба.